Владислав Щиголев, вратарь сборной РЭМ Плеханова. Сегодня вы одержали волевую ничью с лидерами турнирной таблицы. Что можете сказать по поводу сегодняшней игры? Ну, если честно, сегодняшняя игра, так же, как и все игры были в этом сезоне, очень тяжелые. Команды, все 16 команд, они все равны. Абсолютно нет ни лидеров, ни аутсайдеров. Каждая игра на ножах, каждая игра – это битва. Каждую игру мы можем выигрывать с крупным счетом, проигрывать с крупным счетом. И это такой турнир. Но сегодня мы показали характер, показали, что мы умеем играть в футбол, что мы умеем терпеть, что мы мужики. И я думаю, что на хорошей волне завтра тоже проведем матч. Что вы можете сказать по поводу сезона? Вы могли играть наравне с лидерами турнирной таблицы и проигрывали аутсайдерам. Как вы можете это прокомментировать? Знаете, в прошлом году интервью было, и один наш футболист сказал, что нам не везет. Вот это продолжение, я бы хотел продолжить ее фразу, точнее не продолжить, а повторить. В этом сезоне нам не везет. Мы великолепно играем некоторые игры, но проигрываем. Играем некоторые игры плохо, но выигрываем. Вот такая вот у нас команда. И поэтому я считаю, что сезон для нас складывается не самым удачным образом, но у нас есть команда, мы умеем играть в футбол, и не думаю, что у нас будут какие-то к нам будут какие-то вопросы по самоотдаче и по всему, что касается футбола. Спасибо. Хотите еще что-то от себя добавить? От себя что хочу добавить? Ну, что очень хороший турнир, мы его любим. Эти выезды, очень любим играть в футбол и великолепная атмосфера всегда. Спасибо.